Я без всякого, ребят, понятия, почему я решил это записать, но я надеюсь, вам понравится и вы захотите еще, потому что это как-то будет небольшое разнообразие моего контента. Да, кстати, с вами Флаттер, и сегодня мы будем записывать пони-страшилку, детские рисунки. Вообще, я хотел как-то немножечко разнообразить свой контент для того, чтобы не только комиксы выходили, ведь они когда-то все-таки закончатся, и записывать что-то подобное, потому что это прикольно, я не знаю. Хоть я не совсем люблю Pony Creator, но тем не менее это более-менее сносно и прикольно. Давайте-ка смотреть. Детские рисунки. Пони Страшилка. Дети воспринимают мир по-своему. Экстрасенсы говорят о том, что именно в детском возрасте у малышей открытое восприятие мира. В этом возрасте они могут видеть потусторонний мир, могут предчувствовать, видеть то, о чем взрослые даже не подозревают. Так и маленькая Марина была особенной девочкой, которая весь мир переносила в рисунке. Именно ее детские рисунки мама любила просматривать и не могла ею нарадоваться. Но однажды все изменилось. Мама Ира увидела страшные детские рисунки своей дочери. На них был Это изображен ее ракета? дедушка. Старик мучился от дикой боли, А, он был весь в огне. дедушка. Эта страшная картина надолго врезалась в память матери. Но еще большим потрясением О. было то, что на следующий день раздался звонок, и Ира узнала страшную новость. Дед погиб. Старый мужчина, видимо, заснул в своей комнате, в которой постоянно работал электрический обогреватель. Как установили пожарные, причина была именно в возгорании электрики. После Капец. этого мама увидела еще один страшный детский рисунок своей дочери, а именно соседского мальчика, который пострадал от кипятка. Горячая вода обварила мальчика, он страдал, и это было ясно видно на рисунке. Ира побежала к соседке и решила с ней объясниться, но когда женщина переступила порог соседской квартиры, то раздался страшный крик. Это кричал мальчик, который на секунду остался без присмотра и обварился кипятком. После этого мама поняла, что сама послужила катализатором произошедшей трагедии. Источником проблемы был тот ужасный детский рисунок, который попался на глаза женщине. Да уж. Возможно, все несчастья на этом и прекратились бы, но следующая трагедия поставила точку в отношениях между матерью и дочерью. Что-то с ней Дочь будет? заметила своего отца с чужой семьей. Это была измена отца, который даже не вспомнил о дне рождения своей родной дочери. О, это Этот грустно. момент стал последней каплей в отношениях между Ирой и ее мужем. Они разошлись, но Марина по-своему восприняла измену отца. Об этом узнала мать из рисунка. На рисунке был изображен окровавленный отец, в животе которого был нож. На следующий день отец скончался в больнице. Врачи ничего не смогли сделать. Инфаркт. Получается, что страшные детские рисунки действительно сбываются. Причем это не предчувствие маленького ребенка, это посыл к действию. Это решение чужой судьбы, записанное на бумаге. Естественно, Да мать уж. не могла с этим смириться. Тем более, что она нашла еще один ужасный рисунок, С ею на же. котором была изображена теперь она сама. Я так и думал. Только женщина была с петлей на шее. Окей. Это все очень грустно. Это все очень грустно. Но это все-таки пони-страшилка. Вообще, я удивлен. Это типа тот оригинал? Малышей открытое восприятие девочкой, которая весь мир переносила. Окей, тут просто картинка и все. А что я могу вообще сказать? Я приятно удивлен, потому что это качественнее, чем я вообще ожидал на самом деле. Вот эффекты, переходы, это все сделано для того, чтобы сделать более качественный видос по Pony Creator. Это сделано достаточно неплохо. Хоть, да, возможно, этот пользователь феечка и так далее, и так далее. Но прошу не судить ее строго. Все-таки это неплохой контент, как я могу сказать. Ладно. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Флаттер. И всем пока.